Приветствую всех подписчиков канала «Уральская усадьба». Сегодня 9 октября 2017 года. Сментирована теплица «Капелька 3» и «Крепыш». Сварена теплица с профильной трубы 20 на 40. Полимерно-порошковый окрас светло-серого цвета. Фундамент бетон на макерах. Укосины для жесткости. Три линии системы подвязки, сделанные из труб 20 на 20. Также полимерно-порошковый окрас. В одном торце развязная дверь-форточка с термоприводом для автоматического проветривания. И другой торец просто развязная дверь-форточка. Поликарбонат используется 4 мм толщиной. Карбоглаз 0,8 плотности. 20.10.017. Произведен монтаж теплицы. Крепыш 3 на 6. Две двери распашные. На наш брус. Брус 100 на 100. Труба 20 на 40. Мне понравилось ваше качество теплиц. Я много компаний проехал и проверил по качеству. И остановился на вашей теплице. Давайте подойдем и расскажем про теплицу. Также у нас стоят усиленные шпингалеты, что на форточках, что на дверях, которые очень удобны в эксплуатации. Также есть дополнительная ручка для открывания форточки. Мы сделали подвязочную систему из профильной трубы. Три ветки, потому что у нас будет в дальнейшем три грядки. Также у нас усиление идет конструкции от складывания. А также мы еще установили на дополнительную дверь термопривод. Когда нас не будет на даче, он будет сам автоматически регулировать тепло в теплице. Качество очень замечательное, очень понравилось. Понравились отливчики дополнительные, которые обезопасят фундамент теплицы от дополнительной влаги. И также у вас сделан конек на крыше из полимерного листа. Монтажники очень замечательные, вежливые. Все, пользуйтесь, спасибо вам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, оставляйте комментарии.